Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, это у нас 16-я серия Арктронов. Честно скажу, что никогда бы не подумал, что модификация может быть настолько долгой, что демо-версия модификации может быть настолько долгой, это шок. У меня пока выложена, по-моему, только 10-я серия, так что если что-то не прочитал, либо кому-то что-то не ответил, лучше извините. Мне написали правильную последовательность прохождения данной модификации, но я немножко не согласен. Я уже не вспомню, что мне там написали, но... Написали, что ваш Нахейда типа самая сложная. Я бы вообще не сказал, для меня самая сложная пока что Элюм Луис. Не знаю, действительно ли это так. Или я просто дуралей. Блин, ну этот каратист весьма хорош. Он, знаете, чем-то вихрь напоминает из первого Dark Souls. Не знаю, наверное, своей бесполезностью. Либо вот этой ареной. Его невозможно застагерить, понимаю. Нифига, это так неожиданно было, что он притопнет ко мне, я хильнусь до фула. Походу хилок опять не хватит. Казалось бы, что босс простой, я его не поберу, да? Ты смотри. Блин, каратистские приемы, это немножечко... Беги нафиг, братан. А скелеты? Он сам его убивал, блин. Ребятки, ну вы чего? Может, мы как-то договоримся? Мне нужно углей, хотя бы чуть-чуть углей. Были бы угли, было бы гораздо легче. Думал, он его попадет по нему, а он не попал. Такая атака трехдневная. Явно знает, что делает. Ладно, получил по щам, был неправ. Не хотел, но получил. Не попаду, наверное. О, уходить-то некуда, дружище. Просто будет ногой драться. Понимаю, не одобряю, но понимаю. Уже музыка орёт. Я хотел пару закинуть, но не смог. Я, походу, его не пройду, если честно. Супер заряженная отложенная атака. Чем-то в размены пошел. Знаете что, по-моему, я лох. Сколько бы фляжек с Эстусом у меня не было, мне недостаточно. Я еще вспомнил, что у меня в прошлой серии была кость, надо ее сжечь. Могу здесь? Ну, конечно же, нет. Мне нужно возвращаться, хрен знает куда. Заодно сейчас склянок сделаем так. Уровень у нас 44, по-моему. Люди писали, что 50 каким-то заканчивали данную демку. У нас еще вся морозная локация, так сказать. Не знаю, стоит ли человечность сделать? Что мне это даст? А, у меня угли есть. Тут типа я... Хотя я не совсем хуман. Подожди. Что-то я не так сделал. У меня же еще, видите, какой-то показатель есть. Половин 29, без понятия, что это значит. Я еще к какому-то неписью подходил, что-то он мне делал там, помните, тоже было. Наверное, что, абсорбшн возьмем. Что это дает? Дамаг Винт Эбисон Фолс. Я не знаю, Эбис он или не Эбис, но возьмем. В принципе, можно будет углем подхилиться, если вдруг совсем мало хп будет, но я должен побеждать босса, он очень легкий. Согласитесь. Так, нам картуз, это аж туда. Направо, шеф. Не могу к его анимации привыкнуть. Слово совсем. Вроде бы стараюсь, а вроде бы получается. Как всегда, не очень. Все, как я люблю. Ну, поехали. Можно было бы еще пуху смазать, но не уверен, что я хочу. Хотя хочу. Последняя обмазка для этого мужчины. Понятно. Гений на воротах здесь. Ну да может больно. Офигеть, надо было дальше бить. Так, можно полечусь, пожалуйста? Хочу хп. Рыть. Просто знает, когда я буду атаковать. Я не знаю, как это объяснить честно. Он просто считает меня. Лучше, чем я его, в разы причем. Ну, хватит такие комбинации каратистские делать, дружище. Тут я босс качалки.
Ты лишь петушок, которого я победил сегодня. Гады каратист, однако. Ай-яй-яй, пес успел. Хочу еще хит закинуть. Закинул. Не знаю, дамажит ли он. Андедов позвал. Я все равно, наверное, агрессировать буду. Попробую, по крайней мере. Мне кажется, хороший план быть агрессивным. Там еще сзади, по-моему, тело. Я что, не уверен? Но что-то мне подсказывает, что именно сзади оно и есть. Я думал, он очень долго встает, по-моему. Зря, наверное, я обычно пришел. Уже, наверное... Зря, Владос! Нормально, отлично, весьма. Дуралеев своих убивает. Ну как же она попадает? Как же она попадает? Не могу бить. Хотел задамажить, но не смог. В нужном количестве. Ой, я думал, он своего братишку убьет, а он не стал его убивать. Это невозможно насквозь пройти, я понял. Еще по... Ух, ни хрена эта хрень дамажит. Я буду... Ну... Ну, хотите знать, что произошло? Была очередь. Я до этого нажимал хилку, потом нажимал ворот. Он начал хилку есть. Супер простейший босс, и я его не могу победить. Снова все угли просру. Он очень простой, я терпеть не могу боссов с заряженными, с отложенными атаками. Просто тот, кто придумал этому, объективно петух. Я думаю, никто не будет спорить, что это просто поступ петуха делать таких боссов. Ну, каратист, что я могу сделать? Вот эта обилка, охренеть, сколько дамажит. Просто поваляю что. Иногда я делаю комбинацию, иногда не делаю, ногой дерусь. Я просто тигр. Универсальный петух. Просто не попал по узлам. Мне кажется, с переката очень хорошая атака. Объективно очень эффективная атака с переката. Одна из лучших, если честно. Ребятки, что это вас так до хрена? Они весьма немало дамажат. Могли бы и поменьше. Но мне кажется, менее агрессивный, когда у него миньоны. Мне хочется в это верить, что он менее агрессивный. Надо выбайтить на атаке. Заставлять ошибаться. Больше, чем я. Это, мне кажется, залог успеха. Хорошо, в очко ему запихал, как он любит. Блин, переиграл меня. Я специально не буду скелетов убивать, попробую. Посмотрим, что из этого выйдет. Он все равно попадает или не попадает, непонятно. Как это, как это? Он со скелетами эту опилку сделал? Ну ты, конечно, и хитер. Скелетов поднимает, но никто не встает. Потому что все уже легли, братан. Один ты лег. А теперь и ты лег. Так, ну это финальный босс, интересно, или нет? Теперь нам что, Феникс этого бить? Так, Soul, Necromancer, Kindling, Homepon. Что-то дали? Я не могу посмотреть. Душ, душ сегодня дадут. А, на следующий день на телефон приходит, я помню. 12 тысяч, ну почти на уровень хватило. Ну чё, красавчики, считаю, что прошли. Было непросто, вообще непросто, но... Настоящему чемпиону и не такое под силу. Я все еще не могу Элюм Лойс пройти. Так, сколько там нам на уровень надо? 12 900. То есть буквально 3 штучки продать. Может, у меня есть какая-нибудь душа? Так, я хочу продать, если вы не против, 3 вот этих штуки. Как раз левелап, я, наверное, возьму, не знаю, Equip Lodge, сейчас посмотрю, сколько мне даст. Виталити. Чисто
единичку, хз, давай 30 сделаем. ХПшки. Чтоб увереннее себя ощущать. Это я не могу. Имеет смысл что-нибудь заинфьюзить на что-нибудь? У меня есть острая. Не, у меня лучше. Это что? Будет 125? Мне кажется, что на то и выходит. Может огня сделать? Может хаосовый, слушай. То есть все в огонь идет. Не уверен, что я хочу, честно сказать. Хоть что-нибудь будет в этом моде на силу, кроме этой позорной секиры? Вот только это, что ли, на силу? Короче, очень странный разброс, честно вам хочу сказать. То есть все на этих, на ловкачей позорных. Если я силовик, если я хочу быть силовиком, мужчиной на силу, ну непонятно. Концепция не ясна. Недовольная я. Блин, там опять с этим... Слушай, с этим боссом тяжело будет биться, потому что каждый раз перед боссом придется еще с говнюком драться. А, нет, он походу сразу там окей, да? Тогда такое принимается. Знак призыва, ну-ка. А, это... Я думал, это откликнуться на помощь. Ну, извините, тогда придется с фантомом биться. Не то, чтобы я был против. Часть я даже за. А фантом сегодня пройдет или нет? Мне просто интересно. Или я все-таки в его мир пойду? Непонятно. Очень хотел с фантомом подраться, но видно, придется в соляного биться. Ну что, мистер Феникс, иди ко мне. Красивый шо, пипец. Музыка где? Маэстро. Включайте музыку. Да, я все проджектайлы поймал. Одобряю. Что происходит? Отлично, гений. Я просто полежу тут, ладно, мистер птицы. Ни хера, у него очень много хп, в жизни не пройду его. Он фантастически мощный. Какая курица злая. Может, я застегерю тебя? Не застегерю. Жопи тебя, блядь, собака не успела. Наверное, то, что я с фантомом. Фантом, короче, сосун. Фантом, не знаю, у него своя игра. Она ему принадлежит и таким же, как и я. Он нормально бьет. Я его в жизни не убью, что шутите? Блин, посибилите. Там слишком много хп. О, ясно, удар хвостом знаменитейший. Вот цели не улетел, прикиньте. Первый раз такое вижу. Ну вот и минус фантом. А где фантом, там и Владос. Блин, ну эта курица очень злая. Просто... Не дает ничего другого делать, прикиньте. Вот это, конечно, кек. Ля, летит птица. Пропал. Ой-ой-ой, ну это нечестно. Поступки петуха, по-моему, здесь появляться начали. Что делать-то? Что, босс сломался? Нет, он появился. Что творится? Мартиры полетели. Блин, ну, конечно, много ему эффектов добавили. Сейчас будет дышать огнем, по-моему. Я тебя в туза запихаю, как ты любишь. А, это какое-то огненное... Ладно. Что происходит, мать ваша? Это демон ненависти, не иначе. Ну, какой долгий босс, мама. Да? Я не пойду на него драться. Я, возможно, даже дропну его. Ну, типа, я не буду его побеждать. Камон, тут 3 часа бьешься с боссом, чтобы ради чего, мистер Андерсон. Ладно, дружище, подарю тебе 230 душ. Эти души твои, братан. Я, ну тупо, тупо кобыла. Не, не вариант. Я его не победю сейчас. Возможно, и правда, это самая сложная локация, не уверен. Зато мы сейчас посмотрим, что нам дали по бонусам. Какие варианты вот здесь вот он. А или не дали? Нифига себе, давай посмотрим. Так, ну, еще одного моего нелюбимого босса идти бить. Хотя, скорее всего, я его не пройду. Я не вижу сейчас себе возможности победить того босса. Если что, сегодня 25-е. Если вдруг я видос хрен знает когда выложу. Чтобы у вас хотя бы понимание было. Нам, по-моему,
Вот сюда и на первую локацию. Сколько у меня? 4 угля есть. Можно, знаете, стамину взять, брать и в эквип лоуд переместить ее, для того, чтобы у меня было больше возможностей пожить, надев более тяжелые доспехи. Это единственное мое возможное решение проблем. Проблем, как говорится, достаточно, но вот решений ни хрена нет. Может, его пофиксили? Сегодня же обнова была, или вчера уже, я запутался в датах. Врать не буду, я запутался. Тут я виноват, получил урон полностью... ну как оправдано. Блин, я нажимал. Но он не должен был так много атак делать. А я забыл эту крутилку знаменитая. Ой, а хп у меня нет. Братан, подожди. У меня хпшки что-то куда-то делось. Не видел мою хп. Я нажимал. Блин, угли бы их бахнуть. Блин, походу, да, все, отлично. Просто непроходимый пес, просто непроходимый. Нет идей вообще, как его побеждать. Абсолютно. Просто открывай рот и бибу сосешь. Не представляю, как я его буду проходить. Реально не могу. Уже, блин, всю модификацию почти прошли, а вот этого петуха не могу. Просто потому, что ублюдские отложенные атаки. Вот эти задержанные атаки просто терпеть не могу. Ну нахера вообще в Elden Ring это сделали? Ну такое говно. Ну замахнулся, бей. Нет, я буду делать вид, что я ударю, чтобы ты сделал перекат, чтобы на конце переката, когда у тебя закончится айфрейм, я нанес тебе урон. Я же босс-петух знаменитый. Вот снова, ну сука. Ну шо ж ты так долго бьешь-то, а мудила? Стейросовый. А вот сейчас быстро ударю, а потом медленно. Ну и вообще босс-петух. Ладно, я не горю. Зря, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя в жопу запихну опять. Ну ладно, получил, значит надо. Ой-ой-ой, кто упал? А ну-ка, снимай свои трусишки, молодая. Я еще всеку тебя, думаешь, не всеку? Все, что смогу запихать, все запихну. Жалко, мало занес. Отлично, я смог. Ай-яй, кто бьет, не пойму. Ребята, я никого не вижу. Кто где? Босс сломался. Я подожду, вдруг фаза пропадет, он появится. Да, появился, кек. Переиграл его и уничтожил. Хотя уничтожит, по всей видимости, тут меня. Подожди, молодой. Ух ты, нихера себе. А, все, ясно. На мой взгляд, максимальное петушинство, каким только можно завершить босса, это сделать ему возможность атаковать, когда ты в воздухе либо лежишь. Это просто, это поступок последнего петуха. Вот если бы весь курятник опустил, это был бы самый последний петух, и он бы сделал этого босса, поверьте мне. Я просто был в петушарнях, не в курятниках, яйца собирал. Ну, сам виноват. Может, уголь использовать в начале битвы? Почему нет? Посмотрим, что у нас какой-то бонус будет от скелета теперь. Чудом успел, ты смотри. Мистер скелет! Ну все, братишка, вдвоем-то мы ему... Слушай, нихера он дамажит. Два скелета будет, два скелета не будет, один скелет. Один момент. То есть быструю пушку нет смысла брать. Только не телепортируйся. Я запихну тебя столько, сколько смогу. Слушай, я так хорошо и запихал. Обосрался. Пойду поем говна. Моя любимая, двойная. Тройная. Пойду поем какахи. Отлично. Акахи, какахи. Где он? Должен быть тут. Я просто читаю его. Скелет ему все чего, на все деньги. Давай, прыгай. Хорошая атака, получил по щам.
был, должен был получить. Давай, давай, добей его, брат. Сосать, я владыка скелетов. Ой. Это просто чемпион. Босс-качалки. Мужчина с огромной елденью. Тупо босс. Это я, Владос, второй. Ля-ля. Тупо скелета позвал на помощь. Слушай, да я и Феникса могу напихать. Я теперь всем могу напихать. Главное, чтобы мне не напихали, а то знаете, как это бывает. Тут двери должны быть. Я пойду еще раз туда схожу, посмотрю, что там будет у нас интересного. 13 тысяч душ, это, конечно, много. Опа. Я не помню, была она, по-моему, была. Я вчера или позавчера. Я запутался в днях и в показаниях. Брать не буду. Слушай, он очень хорошо всекает. Нихера себе. А, не надо. Повезло. Спасибо тому, кто поставил сюда этот костер. Ну, подружка не пришла на помощь. Ладно, нормально. Но мне сказали, за кого-то можно что-то фармить. О, NPC. Hello. О. Don't mind me. I'm Saria. I sell whatever. Sometimes. Are you... Да, 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 слушай, что ты продаешь? О-ля-ля, это же броня из первого Dark Souls. How do I you have the ever this it how you? Ясно, жаль, ничего интересного. Не дает. Может быть, здесь какой-нибудь хаб еще будет. Ooh, look at these boobs. Nice chest ahead. Так, может здесь где-нибудь что-нибудь. Он. Ты френдли? Что-то я сомневаюсь, что он френд. Какие-то эльфы на меня нападают. Что происходит? Зачем они здесь? Слушай, как же скелет. Ух, нихера себе! Ух, нихера себе. Что с этим делать? Я забыл, что эти опасные парни. Очень опасные. Как часто, интересно, скелет все-таки? Мне кажется, он не каждый удар появляется. Было бы круто, если бы каждый появлялся. Это было сильно легендарно, если бы каждый. Мне его надо к тому подвести скелету, по-моему. Чтобы он душу поглотил. Ау, это кто-то делает? Что за херня? Это еще кто бьет-то, не пойму. Там еще какой-то колду... Твою мать! Ну тупо гений мог это сделать. Походу надо в другую сторону идти. Так, ну этот не оживет, да? Или оживет? Да хз, если он оживет, насколько это будет просто. Смотри, братан, я в очке. Очковый бросок знаменитый. Пойду говна поем. Оживает, братишка мой? И не оживает. И напинать ему нельзя. Ну ладно. Слушай, тут уже на уровень есть. И во втором Dark Souls нужно было фармить души боссов. Для того, чтобы здесь заросли были. Ну, корни, грубо говоря. Чтобы они пропадали. Если я верно помню. Куда пошло? Сюда. Сюда даже зайти нельзя было. Круто то, что здесь дают так... Ой! Возможности. Красиво, красиво. Так, ну я сейчас пойду души тратить. Просто очень приятно, когда что-то получается, честно. Ну там, походу, супер-гига-босс. Пойдем мы потратим. Еще, по-моему, в другую сторону можно было пойти, если не ошибаюсь. А сейчас не знаю, что качать. Наверное, эквиплоут буду качать. Надо, наверное, посмотреть, что нам дадут. Надо посмотреть, за кого можно души фармить. Да, не души, а эти... Улучшалки, пухи. А, что новое? Ну, конечно же, что же это может быть? Это будет какая-то квалити пуха на все статы сразу. Очень странный выбор здесь вещей, честно скажу. Я, наверное, Виталити буду сейчас улучшать. Я могу что-нибудь еще более тяжелое надеть? У меня самая тяжелая шмотка. А, может быть, этот мне что-нибудь, доспехи какие-нибудь красивые может продать. Это 16. У этого самый тяжелый 18.5. Что мне надо, чтобы вообще надеть? Давай посмотрим. То есть я это уже не могу надеть. Я же могу просто какие-нибудь перчатки полегче взять. В теории, мне кажется, это может сработать. Можно что-нибудь более подходящее надеть? Наверное, нет.
Давай вот эти тогда. Ну, вот таким мы будем бронированным мужчиной. Не знаю, насколько это хороший план. Ну и пойдем глянем, что же у нас там за босс. Очень неприятно будет, если со всеми ними сейчас драться придется. Ой, не хотелось бы. Ну еще какой-то ключ дали секретный. Да, они все восстановились. Не одобряю такое поведение. О, сундук забыл, ты гля. Оп, нормально. Полочка анальная дали. Да, пойду поем говна. Это я люблю. По-моему, дефенсов офигеть сколько стало. А, что, петухам нельзя сюда проходить? Красиво. Или можно? Простите, думал, вы петухи, а вы, оказывается, вам нельзя сюда. Может быть, про них говорили, что с них что-нибудь фармят? Ого. Какие-то штуки непонятные. Просто хочу босса посмотреть. Абсолютно то же самое было во втором Dark Souls. Можно было еще вот так взять. Жух, тупо огонь. The Frozen Chaos. Ну, давай посмотрим, кто ты. Кто ты, воин? Кремль готов. По-моему, я его видел, или о нем мне кто-то рассказывал. Готов ли ты снять трусы, дружище? Так, как это я бы готов. Я всегда готов снимать трусы. Иначе зачем носить трусы, если не можешь их снять, правильно? Но он выглядит как король какой-то. Он, видите, у него корона. Блин, как к нему неудобно будет ходить, это шок. Ну, какая-то морозная колотушка. Я очень уверен, что у него будет какая-нибудь вторая и восьмая фаза еще. Это какой-то слишком простой босс, на мой взгляд. Да, знаменитый морозный топот. Где что он попадет? Да, он пошел что-то ломать. Он и в оригинале такое было, что он что-то ломал. Ну, типа там босс ломает и оттуда залупа вылазит. Слушай, реально, как во втором Dark Souls. Как это проходить теперь? Жить можно сегодня? Исцелиться надо успеть. Я пойду босса попробую убить. Вот такая опция была, кстати, в Dark Souls 2. А, я ему урон не наношу? Не наношу, нормально. Что-то просто надо его пробовать забить как-то. Ему не так много осталось. Ага, собака. Красавчик, нагнул его. Короля на колени поставил, представляете? А я поел говна. Чего? Слушай, он что-то очень простой выглядит. Простым очень выглядит. Сейчас пробую еще раз. Он выглядит крайне проходибельным. Дали что-то новое? Ламберт, слушай, ну вот этот тигр, тигр мой дракон, это вообще такой балдеж. О, подожди, я такой в фильмах видел. О, сюда снимай трусы, собака. А, я только как-то угольный такой штуку могу делать. Ой-ой, там братишка одуплился. Чё-чё-чё, тач, чего? Вот тут? Another World as a Phantom. А, это, короче, я иду на помощь. Ну, давай пробуем. Уже можно серию заканчивать, а еще одну на прохождение боссов оставить. Давай, давай, братан, я такого только что сейчас победил. Я, конечно, не возожженный, но мы, я думаю, развалим с тобой. У тебя пушка огромная. Пушка-колотушка. Она, говорится, на него могу наносить урон спокойно. У него хп до хрена. Он на колени падает, это очень хорошо. Хорош. Да-да, вот так. Блин, просрал обилку. Я нажимал. Ну, конечно, я просто полежу тут. Может, ты сагришься на подружку свою? Что это такое вообще? Я не знаю, может, надо сломать все-таки тогда, убить его, пробовать. Не просто же так он что-то тут делает. Он танчит, танчит на все деньги. Не зря я ему заплатил. Жаль, не нанесу. Но нанесу. Опять просрал.
блин, он что, Зевс? Это колдунство осуществляет Рост Бриттон. Нормально, не одобряю, но куда деваться. Бессмертный, что ли, мать твою? Куда ты там летишь, дружище? Ну вот, снимай трусишки. Его нельзя убить, да? Я понял. Не круто, он бессмертен. Значит, тут придется долгую битву делать. Я не знаю, просто дофула, говорит, брата. Эх, пофиг, я жесткий, говорит. Ну, босс-петух, знаменитый огненный босс-петух. А, так это этот. Или у него две фазы? О, ясно, тогда он не простой босс, ни хрена не простой босс. Охереть. Ладно, этот босс куда опаснее, чем я думал. Ой-ой, обнимашки пошли. А, пойдем в другую сторону, посмотрим, что там еще интересно есть. Круто, круто. Игра играет новыми красками. Я, наверное, пойду на костер. Пойду на начало, потом направо. Посмотрю, можно ли там пройти в ту сторону, потому что это место выглядит непроходимо с моим навыком, к сожалению. А, давай начальную часть. Начальный локейшн. Да, все как всегда оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Да ну куда ты там пытаешься, братан? Ты видел свои маленькие ножки? Куда тебе до моей скорости? Повезло, что не попали. Мне кажется, с этих огров что-то может падать, великанов невероятно. О, я забыл. Абсолютно забыл. Братан, ну ты серьезно хочешь этого? Нет, с них ничего не падает. Надеюсь, можно будет пройти. О, да. Ну, а давай одним глазом посмотрим, куда мы можем попасть. Куда это нас приведет? Это эльфские рыцари снова знаменитые. Лунар Какун. Люблю какуны. Слушайте, ну опять же на Elden Ring похоже. Не знаю, как вам. Я просто вижу декорации Elden Ring. Я переиграли. Это самая классическая атака. Я обосрался. Просто дефолт мешает. Ну все еще не дают больших осколков Эстусу. Знаменитая крыса-убийца. Не надо. Ладоса не взять. Я все сломал. Кто-то стреляет. Зачем стреляет, непонятно. Фаербомб. Не знаю, зачем они здесь. А, тут рыцари. Господи, а что? 800 тысяч рыцарей? 12 миллиардов и еще 15 тысяч сверху. Ну, пацаны, это будет увлекательно, я уверен. Слушайте, я, наверное, возьму на помощь, позову работяг. Скелеты мне будут очень сильно помогать. Он по две стреляет? Охренеть. Но шансов у них не то чтобы много. Блин, и автор мода, охренеть, сколько здесь контента завез. Ну, просто офигеть. Не поддается. Ну, Humanity тоже неплохо. Мистер Крыса, не надо. Хорош, мистер Скелет. Вся надежда на тебя. А куда ты там машешь, дядя? Мы со скелетом тебе кабинет вскроем сейчас. Наживая. Мистер Скелет, ты что-то это, не доигрываешь. Я за что тебе деньги плачу? Шучу, я же тебе не плачу. Ты у меня бесплатный. Съесть может. А, этот не тот, нет, тот, который сразу кусает. Он очень маленький подшаг делает. Нужен, чтобы он больше подшаг делал. Эстусовый шар, это же то, что я хотел. То, что нам поможет победить. Фига, он заряженную атаку сделал, вы это видели? Тупо урон мужчины сделал. Опа, перекат. Опа, Владоса не взять. Опа, тихо, пацаны, что началось? Сложно выглядит. Выглядит непроходимо, но я пройду. Иначе ради чего мы здесь собрались? Хоть бы не оборвалось.
Нет, лифт, хочу лифт. Жить? Хорош. Ладно, здесь есть лифт. Повезло, что лифт на месте. Можно, пожалуйста, назад? Так забавно уехал. А ради чего я сюда пришел, кстати? Кто-нибудь может что-нибудь сказать? Кто-нибудь информацию дать по этому поводу? Можно? Не можно? Серьезно? Никуда нельзя? Серьезно? Так а ради чего тогда мы сюда приехали? Полечусь, пока не поздно. Скелет очень много импакта выносит. Просто колоссальное количество. Без скелета я бы, наверное, ни хрена не прошел. Честно скажу. Было бы забавно, если бы я ехал и кто-нибудь в меня стрелял. Вот это был бы балдеж. Ой-ой, что-то такое себе. Отлично, он это приехал. Хотел атаку в падении сделать, но обосрался. Ты чё, сукан? Ты мразь, да я ударить тебя. Хотя бы разок. Ублюдок позорный. Мать твою. Решил ко мне лезть, говно собачье. Иди сюда. Это, кстати, похоже на дополнение второго Dark Souls все еще. Наверное, это не этот, не Elden Ring. Хотя хрен знает, тут все такое похожее. А где броня этого темного? Ну, все сильно легче моего. Вот оно. Можно, кстати, серебряным рыцарем побегать. Было бы круто. Я, наверное, не серебряный рыцарь. Место выглядит опасным. Да, серьезно, должны большие уже класть титаниты. Не вот эти вот ваши шутки, прибаутки. Бам, чё, еще одного босса сегодня посмотрим. Ребята, сегодня наш звездный день. Серьезно, открывается так просто. Мистер Крыса, не надо. Говнопирог, зачем сюда пришел, непонятно. Похоже, у нас следующая серия будет про боссов. Я ее не очень хочу делать, но, видимо, придется. О, не заметил. Знаменитая секретная крыса. Никому такую не пожелаю, ну да ладно. Тут хотя бы без крыс вроде бы. А, мне же какое-то еще колечко дали анальное. Frost Resistance. Ага, конечно, после этого Frost Resistance делать давать. Гениально. Все, еще пойду в Nexus. Посмотрю, сколько нужно душ. 13 400. Хватит? Нет, еще одну. Ай, две еще, я не хочу считать. Я считаю, что я не должен считать. Виталити нам, пожалуйста. Нормально, хорошо. И теперь пойдем на босса глянем одним глазом. На пол шишечки в него за... А, стоп, подожди. А Эстус? Вот так. Каждый раз сюда прихожу, думаю, что это же то место. А я говорю, сейчас слоновые кости, что ли, будут? Если так, то не очень круто. Вот. Красные глаза злые. Знаменитый петух с огромной задержанной атакой. Других тут не бывает, я понял. Если я хоть что-то вижу, думаете, я ни хрена не вижу. Просто полежит. Я нажимал ворот. Ладно, ну давайте на следующую серию ставим. Немного всем благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья, играть в хорошие игры, всем доброй удачи. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видео есть ссылка. Там, правда, совсем немного контента, и у меня не всегда хватает времени, чтобы что-то туда записать, но если вы вдруг безмерно хотите меня поддержать, то сейчас это самый лучший вариант для автора, то есть для меня, с минимальной комиссией. А также я выражаю просто неземную благодарность всем уже имеющимся спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.